Добро пожаловать на обзор Mazda 3 2008 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 450 тысяч рублей. Сегодня я нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны. Это салон Carline. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Давайте начнем. Тканевая обивка салона, сиденье с удобным профилем и выраженной боковой поддержкой. Шестиступенчатая механика. Кожаное рулевое колесо, управление аудиосистемой на рулевом колесе. Оно имеет механические регулировки и регулируется как по высоте, так и по вылету, что очень удобно. Давайте включим фары, противотуманные фары, дальний свет фар, аварийную сигнализацию. Автоматическое стекло со стороны водителя, также со стороны пассажира. Давайте откроем капот. Thank you.
1000 километров. Давайте послушаем звучание двигателя. Отлично. На этом дисплее отображается климат-контроль, выбранная аудиостанция, часы. Также очень интересно, когда вы какие-то манипуляции совершаете, например, перестраиваете станцию или ищете станцию, либо добавляете звук, всегда такие мигания происходят красным светом, что очень эффектно смотрится, особенно ночью. CD. Песню, а вам спасибо за то, что участвует. Начнется смс номер 104.2. Еще принципы можно успеть. Различные зоны. Задний и передний обогрев стекол. Здесь в гостевой все совершенно без двух без дно, то есть даром. Здравствуйте, поздравляем педагогов и детей ДС-90 «Елочка» за победу. Циркуляция, подогрев сидений, водительского и пассажирского, прикуриватель, пепельница, как я уже упоминал, шестиступенчатая механика. Подстаканники, подлокотник удобный, с двумя нишами. Светка. Это Дашуля Клочкова. Даш, и тебе пламенный привет. И в следующем музыкальном части давайте-ка снова... Качество отделочных материалов на хорошем уровне. И по тактильным ощущениям приятно к каждой детали прикасаться. То есть каких-то серьезных нареканий у меня, по крайней мере, не возникает. И как переднему пассажиру, так и водителю ростом будет очень просторно, так как эти кресла имеют множество регулировок. Конечно же, меня порадовала аудиосистема. Да вот. Открывание крышки бензобака. Задний ряд сидений можно сложить, убрав вот эти подголовники, практически вровень с полом. Вешалка. И на задних сиденьях, на удивление, очень просторно. Светка.
просторное багажное отделение. Здесь, я так полагаю, разместилась запаска и инструменты. Докатка. Можно отключить подушку безопасности переднего пассажира. Полностью с механическими регулировками. Пассажирское сиденье. Огромный бардачок. Довольно неплохо. На этом обзор Mazda 3 2008 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 450 тысяч рублей. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз.